Так, добрый день. Сегодня будут чаши представлены от 17,5 сантиметров чаша, 5 металлов, 803 грамма, 18,5 сантиметров чаша, 126, 896 грамм. А чаш 19 сантиметров, номер 39, 5 металлов, 86 грамм. Чаша 19 сантиметров, другой глаз, весом килограмм, 50 грамм. Дальше тоже чаша тигровый глаз, 19,5 сантиметров, весом килограмм, 50 грамм. 7 металлов чаша, 19 сантиметров, килограмм, 91 грамм. И чаша 5 металлов, 20 сантиметров с половиной, весом кило 200. Больше чаш просто неудобно работать с ними, не поместилось в этом смысле. Мы будем работать с тем, что есть. Была чаша 17,5 сантиметров, 803 грамма.
разница между чашами. Дольше всех работает вот эта чаша. Остановим ее тихонечко. Так. Thank you.
Thank you.
Теперь чаша 21 сантиметр. 21 сантиметр — это 5 металлов. Кило 14. Ой, кило 140. Дальше 7 металлов. Непальская. 20 сантиметров. Кило 100. Дальше чаша 21 сантиметр. 81. Кило 240. И чаша 21 сантиметр. 923 грамма. 923 грамма, 125 номер, 7 металлов. Еще раз. Какая чаша? 81. 150, ну, я легко запомнить. Номер 65. Thank you.
Здесь на вибрации очень хорошая, такая глубокая. При ее тяжести этой чаши она, видимо, будет хорошим помощником массажа, если нужно. Мне она нравится с музыкальной точки зрения очень. Просто слышно ее вибрацию. Ну, она самая тяжелая здесь, наверное, из отношения размер и вес. Поэтому и стенки высокие, поэтому она себе может это позволить, это нормально. Вот если мы хотим вибрацию, звук, высокие прямые стенки, одно из лучших вариантов, один из лучших, управляемые вибрации. Если загнутые стенки внутрь будут уже чуть-чуть по-другому, эта геометрия сработает. Вот такой обзор. Спасибо.